Майндмэппинг – непростое слово, за которым скрываются полезные навыки и умения. Что означает это понятие и как может пригодиться в жизни, об этом рассказали активисты детской организации «Лига Пламенная» на одной из станций. Для гостей праздника, воспитанников школ города, мастер-класс оказался очень познавательным. Мне больше всего понравилась станция «Майндмэппинг», на которой нас учили создавать проблемы и решать их. У нас была такая проблема о теме поздравления девочек с 8 марта. В итоге, обсуждая эту проблему, мы нашли целых 12 решений, многие из которых основывались на различных мероприятиях. Еще один мастер-класс, но это не просто урок танцев, а почти посвящение. На встрече ребята выучили движение официального танца российского движения школьников. В конце мы будем все вместе его танцевать. И для этого мы учим ребят, чтобы они знали движения основные хотя бы. А еще гости праздника узнали, что такое российское движение школьников, научились создавать собственную страничку в социальных сетях и окунулись в историю пионерии. Для воспитанников школ активисты приготовили 6 станций, на каждой из которых постарались дать школьникам максимально полезные и практические знания. Цель – научить ребят новым навыкам. То есть научить ребят чему-то новому, что обязательно пригодится им не только в деятельности их пионерских организаций, а вообще в их дальнейшей жизни. В завершение праздника все ребята исполнили гимн пионерской организации. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.